1 сентября на площадке Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа в присутствии молодежного парламента и почетных гостей, таких как депутат Московской областной думы Александр Легков, председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Рита Тихомирова, председатель Общественной палаты Мария Дайн, Константин Серафимович рассказал об итогах поисковой экспедиции в Карелию, направленную на раскопки и перезахоронение солдат, участвовавших в ожесточенных боях Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Вся эта поисковая работа заключалась в том, чтобы главное сами добраться, остальное там уже по ходу разберемся. Помимо недавней экспедиции, вопросы коснулись всего поискового направления. Совместно с представителями власти и народными избранниками Константин Смирнов обговорил некоторые моменты в дальнейшей работе поисковиков. На протяжении 5 лет очень большая работа активная шла в Мособлдуме, связанная с поисковой деятельностью на уровне Московской областной думы. Принят закон о поисковой деятельности, да, и, соответственно, это все хорошо, в регионе он принят, но надо заниматься вопросом в округе. И сейчас вот на круглом столе мы проговорили как раз моменты, что нужно для того, чтобы у них была более правильная, точная работа. Потому что это очень важно, и мы можем быть как пилотным таким регионом, который сможет выделять средства поисковые нашему поисковому отряду, который будет заниматься вот раскопками. Нужно работать, и вот мы проговорили так, что в округе мы начнем эту работу, чтобы нас администрация поддержала. И Совет депутатов в том числе. Это дело, вот это большое дело жизни, которое ведет Константин Серафимович Смирнов, а ведет он уже где-то более 30 лет это дело. Я считаю, что это архиважное дело, потому что именно это, понимаете, это связь поколений. Это не просто, будем говорить, вот правду, он поднимает правду, вот историю. Это еще, это наша душа, это наше сердце. Это то, что мы сейчас, поддерживая это движение, мы поддерживаем этим самым своих прадедов, своих дедов, своих родителей, потому что это очень важно. Вот сегодня мы собрались здесь, чтобы вместе еще раз посмотреть, более внимательно послушать Константина Серафимовича. Я считаю, что это движение, оно очень правильное, оно будет только развиваться и шириться, и вообще Смирнов и его, вот будем говорить, соратники, они молодцы большие. Андрей Ковылов, Ярослав Акимцев, День города.